Встреча жителей с главой региона прошла в микрорайоне Авача в Петропавловске. На сходе обсуждали ремонт дороги, а также благоустройство 37 и 36 школ. По итогам разговора с жителями Владимир Солодов поставил задачу отремонтировать фасад школы номер 37 и построить во дворе спортивную площадку с баскетбольным комплексом, беговой дорожкой и прыжковой ямой. Также в этом сезоне должна быть отремонтирована территория рядом со школой номер 36 на Чубарова. Кроме того, с 22 года на 21 перенесли ремонт дороги в микрорайоне Авача. Приводить в порядок будут участок от улицы Приморская до разворотной площадки автобусов.